Ежегодно от области по целевым направлениям ведется набор студентов в 6 вузов Российской Федерации. Количество целевиков растет. В этом году выдано 176 направлений. Однако проблема с обеспеченностью кадрами медицинских учреждений Зауралья остается злободневной. По итогам прошлого года отток кадров в другие регионы удалось снизить. Но не все муниципальные образования выполняют свои обязательства в рамках соглашений с Департаментом здравоохранения. Местами в детские сады дети медицинских работников обеспечены в соответствии с потребностями во всех муниципальных образованиях, за исключением города Курган. Например, в текущем году мы направили служебную заявку в администрацию города Кургана, в которой для врачей требуется 45 мест в детские сады. Ни одного места до сих пор молодым врачам не выделено. Первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Путмин резюмировал, что проблема может быть решена за счет ввода новых детских садов, которые сейчас строятся, а также есть возможность через Курганскую областную думу выйти с законодательной инициативой в Государственную думу о внесении врачей в список льготных категорий граждан. Валентин Андрюшин, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».